穿大浓妆扮，怕压榨Музей истории Армении и картинная галерея. Айвазовского здесь. Навалом. Да. И в глазах видит. Я, конечно, ничего не понимаю в живописи. Признаюсь честно. Но говорят, что достойная коллекция. Площадь Сахарова. Академик Сахаров был большим другом армянского народа, царство ему небесное. Потому что Елена Боннер, чистая карабахская армянка, рафинированная. Все, едем тогда мы сейчас в Хорвирак с Богом. Оттуда едем, пьем там вина, я не выпью. У тети Светы. Я же все знаю. Ну, конечно, ты знаешь. Но просто... кроме дня своей смерти, все остальное уже давно. Войной турецкой, которой не было и не могло быть, потому что это были кочевники. Кладбище вот этой деревни, которую мы проезжали. А дальше это нагромождение древних могильных камней. Там есть табличка, которую я нигде не встречал в мире и, наверное, не встречу. Написано: кладбище охраняется государством 2 век до нашей эры, то есть начало Арташата, тире 21 век. Здорово? Да. Хорошо? Да. Вот так. Вот в Армении все так. 2 век до нашей эры. Из мешка актер преподнес голову римского полководца Краса, которую отрубили за Арарат. Who is this? Ah, bah, ah, ah, ah.
Երևան,